Всім привіт! Ми продовжуємо The Last of Us, серія номер 3. Далі буде дуже цікаво. Ігра набирає обертів. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Добрий канал. Погнали! Гоу! Так, вона вже убіжала. Чи так, ні? Нам в нагрузку дали якусь маленьку дівчинку Еллі. Тотошку не дали в комплекті, не шла. Слышала стрільбу. Оу! А чого я не чув? Що случилось? Ми вмерли. Цикади. Інфаркт. Якщо ми уберемося з вулиці, теж будете з нами. Ага. Так. Ти ж профі. Я просто йду за тобою. Підбодримо. Я такий профі. Третій раз до сих пір. Ну, вот так. Ну, йде там за тобою. А є ж. Мені головне дойти. Сюди? О, погріб. Сюди. Спасибо. Подивись, може там якась закатка буде. Закатка, це що таке? Ну, закрутка, я не знаю. Помідорчики, огірочки. А, мамки. Вибрую, вибрую. А нога так і барахлить. А ти змазуй. Куди ми йдемо? Я там, хто куди? Сюди, так ми попадемо в северний тунель. Как нам сюда добраться? Погоди минуту. Ногами. А, цей бак надо туди поставити. А ти звідки? Ну, видно. Хорошо. Просто там закрито, тут відкрито. Угу. А він, просто він бомж, він спеціаліст по мусорним бачкам. Ага. Бачиш, бачок тащить. А звідки такі стереотипи? Що він бомж? Ні, він спеціаліст по мусорним бачкам. Ну, бо він бомж. No. Ну, а бомж, у нього роботи в началі гри не були. І хата то теж може якась лєва. А ти любиш з угла залазити, так? Да? Ну да. Ти постав нормально. А як? Там же перила. А я сюди чого думав? Ой. Хоча я б заліз би по тим буголкам, правильно? Я так і лазив. Ой-ой-ой-ой. Помагати буде? Ні? Ні, вона сама не. Ти бояка. Можна оставляти. Страшно? Якщо ви побачили чи почули про факти насилля, особливо над дітьми, повідомте про це. Щось не так кривиться, чи воняє от тебе. А, ти ж бомж, я ж кажу. Помийся хоч. Помий. Їв вчора. Так, сюди, хоп. Сюди чи сюди, як воно? Як вода? А, не. Я понял. Прямо і направо. Прямо. Ви по тунелю таскаєте? Не. Задньому, блядь. Тіпо, контрабанду? Іногда. Іногда. А дітей водил? Інкл. Не. А щас я чим занимаю? Раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава цикад подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ну, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из... Так закрой рот свой! Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Пришли. О! Сашко не знає, що таке чистота і гігієна. А він спить в одязі, не чистить зуби. Чого розлюкся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать?
убивать меня. Уверен, ты сама придумаешь. Часы разбились. Куда? Куда покопано? Ты бормочешь во сне. А ты наяву. Я вижу кошмары. Ну, дождик пишет. Да, я тоже. Что там, грибы? Угу. Уже полезли. Нет, еще если дождя. Не бывало так близко границы. Здесь так темно. А так. Это надо с Чернівцями. Там что, еще хуже? Близко у границы. А, Закарпатье. Хуже? Зачем вообще это нужно цикадам? Эй. Простите, что задержалась. Там могла бы не приходить, я бы их не ждал. Как Марлин. Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Что стало, иди. А, я включился. Коха, скажи. Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрывье. Ирак. Я без баб ей правая рука, блондинка. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. Труп за шафою, голодні собаки, нечистоти по всій квартирі. Що у них візі дивки це заховують? Це ж добре, у них не знайшло. Так. Генератор. Generation. Моргалка. Ну це надовго. От хрена. Не, понял, я так понял, коли воно на Y попадає, ти должен нажати в цей момент. Ага. Що? Просрав. 2000 years later. Ten hours later. Кто нас будет встречать? Она сказала, что несколько цикад из другого города. Декин. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочерка шишки, что ли? Я твой батько. Не, я шишка влажной дочурки. Куда нам еще идти? Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Случайно. Дэм. Рабина. Посмотри, что наверху. Не, мы не залазим. Точно? А ну попробуй еще раз. Буква АО. АО. А. АО. А. Игрек. А зачем ты думаешь? Близь выучил. Геометр. Стойте. Впереди патруль. Сейчас будет не скучно. Ну, ушли, вылезайте. Приготовься. Приготовься, не нервничай, тільки не нервничай. Давай, вали їх. Дякую, тренер. Що вони їм похер, а я присядки пив. Дочь, конечно, не радует. Дочь, конечно, не радует. Дочь? Ага, дочь Марка.
Вот сюда. А что ты на ливо не подивился? А я ж там был. Опа. Фу, мадафака. Да які тут глупості в баню дала. Вставайте на колени. Ну нормально, пришли. Все, ты конец, да? Сканирую, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Мексиканцы. Так точно. Угу. Ты же да, кордон. Мы хорошо заплатим. Заткнись. Как все задолбало. Угу. Скоро они. Пара минут. Ого! You gotta cock it, motherfucker! На! Ни хрена ж! Я и не думала, что вы их убьете. А зачем она ее пырнула? Боится. Смотри. Позитив. Охренеть. Вил позитив. Она просто позитивная девочка. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Мать, смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели, клянусь. Зачем вас подставлять? А мы откуда знаем? Тесс, беги. Беги! Вставай, бежим, бежим! Хотите жить? Бегите. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Что это за чупакабра? Ага. Ой, бля, стой. Срочно надо сваливать. Черт. Эрик столько набежит. Соберись, Эрик. Бежи по моему сигналу. Бежать по сигналу? Да. Ясно. Похоже, не ясно. И... Бегу. А ты как раз... Плевал! Черт. Ты как раз на свет тут. Ага. Ой, бой. Да иди же, бежи. Ну, сейчас она с пулемет это будет. Может, аптечку загадать? Нормально. Стреляны на посреди ночи в підземці Харкова. А це мій фонарики. Тебя. А и похер, она бегает. Уже валите. Распределитесь. Я думаю, да. Тут. А! Ты ж дивись, у них шлем. Здесь никого нет! Внизу! А голову не пробовал стрелять. Так они в шлемах. Ты так голову стреляй. В смысле, что с 2 раз надо. Тебе на аптечку хал. Да вот так, да? В. Не, не то. В. Ищем дальше. Вверх возьми. Ага. Выбери аптечку. А, это последняя, кстати. Ты ж нажрал. Больше нема и перезаражи. Опять мені осталось одним патроном. Буду бігати з рогаткою. Не благодари. Ай-яй-яй. Надо что-то сделать. Не попав. По-моему,
Коля, ти приїхав. Не коляй. По-моєму, да. А чого ти його не добивав, не бій? Зараз. Two thousand years later. Займи-ка его чем-то. Скучаю, парень. Я его не вижу, а ты? Нет. Ищем. Ого. Ну там злива, злива, бачи, да? Что там на... Классная тема, челлендж. А, вот там он сверху. Типа? Да бежи уже куда надо. Это же в принципе да. Он сверху стоит. Я не бать, а у ноги голова. Халя, бля, халя, а шуфу. Не теряйте. Вылезти. Шесть патронов. Час рекою плыве, як зустрів я тебе. Нет. Ищите. One eternity later. Видишь его? А надо отвлечь внимание, что же написано. А тут ничего, ничего было. Вон, ты нормально. Похоже, прорвались. Проверить траншеи. Не лезьте. Ни черта не вижу. Они точно побежали сюда? Да. А что ты делаешь? Если кто заметит. Внизу! Ах ты сволочь, он бачит. А что ты ее добываешь сразу? Мне интересно. Так он вообще не валится. Да? Да что такое? Все? Ні. Так. Ні. Та не в голову стріляй, в тіло стріляй. Ти? Тіло. Я не вижу. Ти видиш? По-моєму, не впав, ні? Ні. Розділіться! Він би сюди поліз. Та так, звісно. Я б хер би поліз. Ну, може не поліз. Оце завалило. Бачиш, коли завалив, воно красне. Так. Тебе теж. Може, нам треба якось пробігти просто. Може, ну давай. Біжи, 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 що ти ще? Ні, туди не йди. Ні? А там що, коні у ноги ще, біжи, біжи. Ти біж за стіну, чи куди ти ноги? А куди мені туди? А оно, що воно, блядь? Подожди, ось він десь. Ось він, блін. Ще, ще, ще. Внизу. Тепер біжи, вали, біжи, 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 біжи. Оце ти біжиш, звісно, быстро. А ось йому це. Он сейчас лежит, он сейчас лежит. Да-да-да. Ой, все, все, все. Почек. Пригодится, блядь. 6 патронов. Нормально. И 3 патрона на какие-то. Это то затычка у тебя. А. А, все, мы типа обошли, да? Да. О, молодцы. Да типа так можно было сделать? А где они, блядь? Да подожди еще. Впереди еще. Давай. Прячься. Там. Асасін! Оно він, один я бачу. Оно фонарь. Короче, я понял, тут смысл право нас валивать. О. О. А, чтобы они типа отказались от этой идеи, да? Все, прячься, хай не сваливай. Перемещение мега, вы слишком... Ты привлекаешь увагу. Не темно так вообще. Он застрял. О, нет. Здесь есть проход. Тю, я б знал бы, я уже давно пройшел.
обязательно. Да, или... Но... О, танк. Иди сюда, Джоэл. Иду, иду, иду. А мусор в ментовской машине немає, это патроны. Как же их тут много. Как мимо них пробраться? Как же их тут много. Как мимо них пробраться? Нас пока не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Слишком много. Много. Жесть. Жесть. Кирпичи. При кирпичи получается. А, вони стоять. А ти кинь туди. Де вони? Ну, вони йдуть. Блін. А ну туди. Вони зовсім рядом. А чи ти туди? Ти ж туди будеш йти. Ладно. Слышу. Да, я слышал. Будь на чеку. Зайдем кто-нибудь? Солдат, ответь! Блядь, сынок! Держи их! Блин. Три патрона, блин. А что я зроблю? Перезаря... А! Откуда? Хай вона його. Давай, давай, давай. Подожди, може не розверну? Блин! А це вафля. Сзади обійшов. А де вони всі, бля? Ну що, десь тут був ходив. Воно є якось. Ей, глянь. Да, що? Там що-то було. Вона тобі аптечку дала. Да? Да. А ну в нього прям. Та прям не! О, а ну біди, ходи. Нормал. Він вікні, да, стоїть? Да. Вон і стоїть. Валі, 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 валі. У нього щось. Отам щось було. І у тебе аптечка є. Он що то, ну, туди, туди, туди. Теж, а, нічого нема. Ящик. У тебе аптечка є. Надо там? А, вона мені дала? Да. Так вона... я іспользуюсь. Вона сказала, гляді, що в мене є. А патронів вона дала? Та дала. Дала. Блін, стрьомно, блін. Три патрона, це такое сіть. Ну, іди сюди. Їх троє. А воно, іди, ти їх завалив, у них може є. Воно щось лежить на стей. Кирпич. Кирпич. Що, він пішов, да? Ні, він стій. А, воно, він, воно. Отуди, ти. Пішов. Воно, він, так. Хто здесь? Блин. Через окно сможешь ли? Не. Ну, нормально. Вот это ты, конечно, даёшь. Просто геймер. А что, там нема ничего? Геймер. Гена, ты просто геймер. Так, ну там в окне... О, подожди, ну что-то я бачу. Накрылся? На крыше. Опять кирпич. А как мне этого завалить? Може він злізе? Він що-то хоче злізти. Ну, та він щось взагалі потерявся. А ну сюди. Сюди, скорей. Ага, скорей, я у той хер что. Що, ти що ти відвлечеш увагу, блин? І що ти будеш робити? Може якось вилізти може. Він же мене не бачить. Він ще тебе побачить по-любому. Тут а обов'язково його валити, скажи мені? Та ні, а як? Сюди можна зайти? Да. Там може 300 років ніхто не заходить. Я думав якось обійти може. І що ти з ним зробиш? Може ти просто треба когось свалити, якусь точку, блядь? Давай. Туди вали. Може не обов'язково його валити. Ну да. Пошли. Просто мені зараз треба буде в спину стріляти. А ти бистренько біжи. Ага, ага. Все, типа, да, нормально.
пошли дальше. Мне три патрона приводили. Че отсюда вы пришли, подожди. Не? Да не начал. Терс, есть идея, куда нам? Не знаю, Гора. О. Дюна. Куда она ведет? Нормально, якусь дырку нашли. Угу. А тут сейчас будет зомбаки, наверное, да? Бачишь дырку, роби больше. Спасти! Вроде похоже. На шо? Вставай. Хоть от дождя скрылись. Ну как? Ихтарик, пуфло. Угу. Вроде можно. Чайнос. О, это ключ чешь? А, на ключ похоже. Вообще ничего не боит. Жлобы эти разрабы, слышь. А ну, слышь, что-то кирка вот эта. А, дирочка моя. Мадам, давай ты как-то побыстрейше. О, Чарли. Опять солдаты. Цель не обнаружена. Вернуть поиски и явиться в сектор 11. Нас пока не видят. Может... По машинам. Так, по машинам чи по машинам? По машине, кажем. Я думал, по машинам. А, по машинам. Все, мы, короче, погнали. Велик, велик, велик. R3, чтобы включить или выехать. Да спасибо, что вы тут сказали. О, обрыточка. Вот, пишись булды по-любому. О, Сёша, бачь, показывай. Думаешь, ствол? Да. Они ушли? Нет, они еще тут. И патрончики. Три. Аж три патрона. Джоэл, посмотри, что тут полезного. Слушай, шеф. Шкафчики не открываются. Видишь, ничего в принципе. А ты взял уже что-то. А может тут? Ага. А тут дуля смак. А зачем его подсвечивать? Так, ладно. Интригантка. Дес, нам сюда через трубу. Вроде нам труба? Да, нам труба. Бум, тихо. Господи. Возвращаемся к стене. Угу. О май. Че, вони поїхали? Угу. Він же сказав, оставимо їх, типа, хай їх цвіркуни якісь. Все, свалили. Угу. Так, какой у нас план? Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там я своя цикам. Карантинная зона. И врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, Детес? А то, что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Да брось ты. А вдруг, Джоэл? Доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? Я знаю. А что там идет? Я знаю. А. Ты тест на двери. Сюда. Пойдем через центр. К рассвету будем у Капитолия. Надеюсь. Короче, мы можем сделать вакцину и вылечить все навкруги, и все будет классно. Так, ну будь на цьому ми завершимо серію номер 3. Дивіться нас далі, підписуйтесь на нас на наш канал, дуже ставте цікаво, лайки, да. Пишіть коментарі та донатьте. Дуже любимо вас. Надіємося на вашу підтримку. Опа! Підтримочка отак робиться. А-а-а.